Депутаты Госдумы приняли закон о бессрочном продлении права детей-сирот на бюджетные места в вузах. Раньше такая мера соцподдержки действовала только до 2021 года. Согласно поправкам, поступить в высшее учебное заведение по особой квоте могут также дети-инвалиды, инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства и граждане, которые приобрели инвалидность во время военной службы. Для внеконкурсного зачисления в вузы им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. А победители или призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут поступить в вуз без вступительных испытаний, но с одним условием – профиль олимпиады должен совпадать с выбранной специальностью. Преимущество при зачислении в высшее учебное заведение имеют и спортсмены. Чемпионы и призеры олимпийских, паралимпийских и сурдолимпийских игр, а также чемпионы мира или Европы имеют право поступить в спортивный вуз без вступительных экзаменов.